самозагружающийся прицеп. Во многих регионах остается, как раньше, важнейшим средством для заготовки корма. При этом машины отвечают самым разным требованиям, так как условия эксплуатации никогда полностью не совпадают. Соответствующий самозагружающийся прицеп «Кроны» для любых запросов. Ассортимент охватывает как компактные машины для сельскохозяйственных предприятий, так и абсолютно профессиональные модели с большим грузовым пространством для предприятий платного обслуживания сельскохозяйственной техникой или машинных объединений. Связующее звено между внутренней и межпроизводственной механизацией – MX. Компактный, но все же высокопроизводительный прицеп со многими техническими функциями своих больших братьев. Новая линейка состоит из трех моделей с объемом в соответствии с DIN 33, 37 и 40 кубических метров. Средняя модель MX370 имеет поворотный передний борт и прямой откидной задний борт. На большом MX400 установлен ковшовый откидной борт. MX330 оснащен жестким передним бортом и откидным задним бортом. Подборщик EasyFlow шириной 1 метр 80 сантиметров чисто подбирает любой волок. V-образно расположенные зубья распределяют кормовую массу по всей ширине транспортного канала. Нетребующая управления конструкция гарантирует плавный ход и меньший износ. Большие копирующие колеса с маятниковой подвеской и дополнительные колеса за подборщиком обеспечивают превосходное копирование рельефа почвы при любых условиях. Большой режущий ротор проводит корм через ножи и направляет в грузовое пространство. Спиральное расположение 8 рядов зубьев предотвращают пиковые нагрузки. Широкие накладные элементы из износостойкой стали Hardox гарантируют точный, бережный срез и высокую производительность. Техническое обслуживание режущего аппарата не нужно проводить под прицепом. Весь брус выдвигается в сторону. 41 нож имеет индивидуальную защиту от посторонних предметов и позволяет достигать теоретической длины измельчения 37 мм. Групповое переключение для 0, 20, 21 или 41 ножа относится к серийной комплектации. С помощью дополнительного затачивающего устройства Speed Sharp ножи затачиваются путем нажатия на кнопку меньше, чем за 4 минуты для чистого, легкого среза, даже при длительном трудовом дне. Прочный донный скребковый транспортер наклонен вперед. Это экономит силу, сохраняет структуру корма и позволяет производить высокое предварительное уплотнение. Дополнительная автоматическая система загрузки в автоматическом режиме регулирует подачу массы в MX. Прицеп совместим с Изобус. Он может управляться на выбор различными терминалами Кроны или любым терминалом с поддержкой Изобус. Обе большие модели MX оснащены одним поворотным передним бортом. При загрузке он стоит в вертикальном положении. Механизатор может настроить точное положение, что позволяет влиять на подпрессовывание. Как только прицеп заполнится, борт перемещается вперед и освобождает 4 кубических метра дополнительного грузового пространства. При заготовке измельченной кормовой массы борт постоянно остается в крайнем переднем положении. Так заполняется все грузовое пространство с самого начала. Чрезвычайно прочные рама и кузов MX позволяют ему выдерживать жесткие условия эксплуатации двойного назначения. Профили рам закрыты, боковые щитки наклонены, что не позволяет корму оставаться лежать. Поставляемый под заказ тент для грузового пространства обеспечивает транспортировку без потерь. Тандемные мосты с плавным ходом рассчитаны на разрешенную общую массу 18 тонн. Подрессоренное дышло с тягово-сцепным шаровым устройством позволяет опорную нагрузку 4 тонны. Широкие шины и инерционное или принудительное управление не наносят вреда дернине. MX проедет по любому силосохранилищу,
Мощные цилиндры гидравлически-подъемного дышла поднимут прицеп при любых обстоятельствах. Активными перемещениями поворотный передний борт помогает донному скребковому транспортеру при разгрузке. Дозирующие вальцы моделей ГД равномерно укладывают шлейф кормовой массы. Другие варианты оснастки, такие как автоматическое изогнутое дышло, функция ускоренного хода скребкового транспортера, светодиодное освещение внутри кузова, система камер или ось с гидравлической компенсацией снимают нагрузку с механизатора, повышают производительность и уровень безопасности. Кроне MX – компактный самозагружающийся прицеп двойного назначения с профессиональной начинкой.